Традиции семьи, добрососедства, гостеприимства и уважения к другим народам. Такими критериями определяют межнациональные отношения в Самарском регионе представители национально-культурных центров. Сегодня можно уверенно заявлять, что в регионе нет конфликтов на национальной почве. И с каждым годом становится все меньше людей с неким предвзятым отношением к людям, приезжающим из других стран. Это во многом результат правильной политики властей и работы национально-культурных центров. Укрепляется и сотрудничество национальных объединений с правоохранительными органами. На очередной встрече с начальником областного главка Сергеем Солодовниковым на повестке оказались вопросы, актуальные для всех. Ликвидация незаконных разливаек, работа патрульных и добровольных народных дружинников, среди которых есть и представители самых разных народов. Обсудили и совместные проекты, которые собирают десятки тысяч жителей и, главное, проходят без эксцессов. Мы говорим о том, что культура Самары – это культура нации, культура народа с богатыми традициями, которые необходимо учитывать в нашей деятельности. И в нашей организации, в Союзе народов, мы говорим не только о культуре, но и о развитии гражданской позиции. Это одно из самых главных условий. Поднимались вопросы и правильного воспитания молодежи, и не всегда по должному вежливого подхода сотрудников полиции к представителям разных народов. Решено сделать памятку самарского полицейского, где будут учтены и особенности общения с представителями разных культур. Сотрудничество правоохранителей и национальных центров продолжится. Мы единая страна и единый народ. И национальное культурное наследие России определено многонациональной российской государственной политикой. Наши национальные культурные диаспоры, они не должны быть в стороне от тех значительных преобразований, в частности, в вопросах обеспечения безопасности. Мы должны быть едины во всем. В этом году будет создан новый общественный совет при областном главке, куда войдут 4 представителя национальных объединений региона. Общественные советы сформируют и в районах области. Они также будут многонациональными. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.